Эта фотография стала символом женской зависти и одним из самых известных снимков в истории. Все началось в 1957 году на вечеринке, устроенной Paramount Pictures в честь актрисы Софи Лорен, на которой собрались все сливки Голливуда. Последней на вечеринке появилась актриса Джейн Мэнсфилд, которая выбрала для ужина платье с глубоким декольте, привлекая внимание всех присутствующих. В итоге один из фотографов запечатлел момент, когда Софи Лорен смотрит на грудь Мэнсфилд. Многие посчитали, что это был взгляд зависти или неодобрения. Долгие годы Софи Лорен отказывалась ставить свой автограф на этой фотографии и обсуждать этот момент. Но после своего 80-летия она все-таки поделилась своими чувствами. Как сказала Софи Лорен, «Я уставилась на ее грудь, так как испугалась, что она вот-вот окажется на моей тарелке. На моем лице можно увидеть страх. Я боялась, что все ее платье сейчас лопнет и его содержимое разлетится по столу». А как думаете вы, что на самом деле чувствовала Софи Лорен в тот момент?